Ребят, всем привет. Значит, хочу сегодня сделать обзор на вот такой вот мультитермометр, пирометр, щуп от компании Ingbird. Это моделька у нас EHT-1M. Ну, термометр поставляется, как вы поняли, вот в такой вот коробочке. Это термометр, который не стыкуется с какими-либо программами. Вот это просто щуп по типу вот такого. Вот какое-то время был у меня самый любимый щуп. Вот, ну, сейчас вот появился этот. И для меня это две самые важные вещи. То, что у него есть пирометр, то есть инфракрасный термометр, и у него есть щуп. То есть, когда мы открываем щуп, термометр у нас включается и очень быстро показывает температуру. Когда мы закрываем щуп, естественно, термометр выключается. Также при нажатии на IR, то есть инфрарет, на кнопочку IR, у нас включается инфракрасный термометр, и мы можем делать замеры, ну, на расстоянии каком-нибудь. Ну, вот, допустим, вот рука моя, да? Ну, 32 градуса. То есть на расстоянии от каких-то продуктов. Ну, понятно, что это кулинарный термометр. Ребят, нужно сказать, что огромный плюс то, что термометр это я покупал уже в России. Вот, то есть Ingbird открылся в России. И в принципе, если... Вот я сам из Беларуси. Если кто-то, белорус, хочет посотрудничать с Ingbird, то есть или открыть свой магазинчик, или же продавать термометры, или же на своих каких-то торговых точках просто продукцию Ingbird продвигать, пожалуйста, это все данные в описании. Я этим не занимаюсь. Меня просто менеджер попросил. Если кто-то есть, кто может этим заняться, то было бы неплохо. То есть, кому интересно, пишите. Мне не пишите, я этим не занимаюсь. Вот, пишите именно на сайт Ingbird в России. Вот. Ну и, конечно же, для тех, кто хочет что-то заказать, есть промокод, по которому вы получите скидку на любую продукцию Ingbird. Но имейте в виду, что скидка распространяется только на данный сайт. И она не распространяется на AliExpress, она не распространяется на какие-то другие маркетплейсы. Вот, только на данный сайт, ну и также гарантия распространяется только на те сайты, где вы купили, а не на какие-то другие торговые площадки. Термометр. Термометр на самом деле реально мега-супер. Вот, работает он у нас от минус 50, то есть показывает от минус 50 до плюс 250. В принципе, в кулинарии этого вполне хватит. Термометр заряжается. В комплекте идет проводок microUSB. Это одновременно и пирометр, и щуп. Вот. Ну и кроме всего прочего, здесь еще можно задавать различные программы. Значит, включаем термометр, нажимаем на любую кнопку. Да, кстати, очень то, что мне вот, я не считаю плюсом, у термометра тайм-аут всего лишь 20 секунд. То есть мы включили термометр, и через 20 секунд он у нас отключится. Он включается, не делает, когда вот мы включаем термометр, вот я сейчас нажал на инфрарет, то есть инфракрасный, термометр не делает опрос. Вот вы сейчас видели, он выключился на 32. Мы его включаем повторно, и он включится на 32 градуса. Ну, 32,5, кстати, тоже плюс, что он показывает десятые доли градуса. Бывает полезно, а некоторым людям бывает еще и сотые доли полезны. Вот, показывать. Значит, смотрите. Через 20 секунд он отключается, но для того, чтобы сделать какие-то замеры, ну вот, допустим, я второй термометр вот здесь вот поставил перед ним, он не делает замер, нужно сделать еще раз. Нажать еще раз вот на стол, нажать еще раз. Лазерного целеуказателя у нас нету, но он, в принципе, по большому счету и не нужен. Мы не можем в нем изменить никакие показания, а мы можем нажать hold, то есть это удержание температуры. Но в принципе hold для инфрареда он не нужен. Потому что мы в принципе инфрареда мы нажали, сняли показания. Вот. На руку свою.
Показываю 33, он оценил сейчас мою руку. Вот, и в принципе все, они никуда не двигаются, они не меняются. Но одновременно, если мы откроем щуп, то, конечно, здесь уже показания могут меняться относительно какой-то окружающей среды. Залезли в какую-то посудину, там где-то глубоко в кастрюле мы воткнули щуп, замерили, что у нас 32 градуса, и пока мы тянем, из-за того, что какая-то другая окружающая среда воздействовала на наш термометр, может у нас сбиться, могут показания. Даже вот посмотрите, сейчас показания просто прыгают, скачут, уже 29 градусов. Для этого у нас есть кнопка «Hold». То есть мы воткнули в продукт, нажали hold, и с удержанием у нас термометр остался на этих же показаниях. Притом при нажатой кнопке hold он не выключается через 20 секунд. То есть если hold у нас зажат, мы можем его вообще оставить, и ничего не изменяется. Ну и одновременно, когда нажат hold, не работают, ну вот эти вот можно только... пресеты здесь изменить, ну а пресетах сейчас немножко дальше будет. Значит, термометр у нас, как вы видите, не гаснет. Вот, если мы его сложим, конечно же, он погаснет и снимется холд. Также нажать и удержать можно изменить Фаренгейт и Цельсий. Вот, что в некоторых случаях может быть очень полезно. Вот у нас показало Фаренгейт. Ну, естественно, если мы открываем щуп, он автоматом, и даже вот когда у нас включен инфаред, мы... открываем щуп, у нас сразу переходит на щуп. Независимо в каком режиме, мы можем переустановить пресеты. То есть у нас вот здесь вот, если вы посмотрите, мы можем взять мясо, допустим, какое-то. У нас есть, вот, допустим, курочка, у нас 74 градуса. Потом у нас свинина 62 градуса. Дальше у нас идет говядина, и вот этой кнопкой нижней мы можем менять степень прожарки. Дальше у нас идет баранина. Дальше у нас идет, кто это, наверное, индейка, не вижу. И дальше у нас идет что-то свое. Вот здесь уже кнопочками плюс-минус мы можем добавлять. Видите, меняются десятые доли градуса. Ну, нажали, удержали, оно бежит. Ну, а так одним щелчком меняются десятые доли градуса. Нажимаем ОК, все, принялось. Ну, или подождали, оно перестанет моргать и мигать, и примется. Потом у нас есть еще таймеры, секундомеры, которые также изменяются. Вот, и в принципе мы можем, то есть, задать какие-то программы, по которым готовить. По-моему, все это не особо интересно. Вот, обычно мы просто задаем какую-то свою вот температуру, то есть у меня таргет стоит, допустим, вот 71 градус я поставил, и когда наш продукт мы будем проверять, вот он немножко, видите, пригасает, через секунд 10. И, собственно говоря, через 20 секунд сам погас. Если мы запустим, у нас точно так же возвращается та же программа таргет наш, то есть цель. Если у нас термометр выключился, то мы можем каждый раз не дрыпать этот щуп, не раскрывать, не разворачивать взад-вперед, а мы можем просто нажать кнопочку ОК, и он включится. Или же любую другую кнопку. Вот. Ну, естественно, как я уже сказал, здесь можно установить какие-то таймеры, секундомеры. Вот, можно установить максимальную, минимальную температуру. Ну, в принципе, термометр супер. И как я сказал, что он максимально, вот на что он мне нужен, это как инфракрасный термометр. Очень полезно. Допустим, вот продукт, я открыл коптильню, я сразу проверил снаружи. Все классно, все супер. Или же, допустим, мне нужен щуп. Я открыл, он моментально показывает, какая температура. Вот я взял в руку. И вот смотрите, уже за какие-то доли секунды он показывает температуру. Вот. Собственно говоря, ребят, вещь супер, вещь полезная. Это более расширенная версия, чем вот эта вот. Ну и, конечно, когда мы устанавливаем какие-то там или же программы, или таймеры, то, естественно, при достижении какой-то температуры нам просто будет наш термометр сигнализировать. Нам будет термометр сигнализировать о том, что, ну, наш продукт уже готов, все, приготовление закончилось. На этом все, ребята. Все, что хотел, я рассказал.
Ну и, конечно, как вы видели, когда я показывал инструкцию, этот термометр можно откалибровать. Ну, в принципе, я уже не буду показывать на камеру, как это делается. Кому интересно, просто возьмите инструкцию, почитайте, там это все есть. И даже то, что инструкция на английском, можно зайти на сайт и на сайте скачать переведенную инструкцию на русский язык. И на самом деле вещи очень качественные, очень добротные. И за уже не один год пользования этой продукции у меня ничего еще не сломалось, не пришло в негодность. Все, ребят, всем покедова.